В этом видео я расскажу, как и обещала, немного истории о руинах замка Хохершвам. Как я уже говорила в предыдущем видео, первое упоминание об этом замке в документах датировано 899 годом. По своей сути, замок был жилой башней и был построен в готическом стиле. Замок-башня впервые был разрушен в 1199 году, затем восстановлен и снова разрушен в 1290 году. С 1180 по 1208 год замок принадлежал императору Фридриху, основавшему имперский город Заальфельд. Графы Шварцбургские восстановили разрушенный замок и построили довольно комфортабельный жилой дворец. Высокий рой, так переводится название замка Хохершвам, представлял собой башенный замок на квадратном основании стороной 17 метров. Замок имел 5 этажей и, вероятно, 4 круглые башни по углам основания. Из них сегодня сохранились только две. Строительные работы начались около 1300 года. В 1389 году в замке все еще жили люди. В то время он назывался Сорбским замком. Впоследствии замок продолжал служить официальной резиденцией, однако в течение 15 века он потерял свое военное значение. Официальная резиденция была перенесена из замка в здание в центре города. Замок пришел в упадок и уже к середине 16 века находился в руинах. А современное название Хохершвам предположительно появилось в 1593 году. Существует легенда, что в руинах было найдено замурованное в стене тело девушки. Период с 1995 по 1997 год руины были взяты под защиту государства и отремонтированы. Сегодня в Хохершвам есть естественная сцена, и на территории руин проводятся различные мероприятия, как, например, вот такое вот. В 1990 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Seifelzahler. Dem vorausgegangen war von 1979 bis 1981 eine Lehre zum Это был отрывок из записи речи мэра города для телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Если было интересно, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами.